Ой, господи! Вау, так классно! Затащим. Привет! Ты не поверишь, РСВ прямо в Самаре. Мы не смогли оставить тебя без нового видоса и поэтому примчались на другой конец города, чтобы ты смог увидеть все своими глазами. Это бэкс гастроли российской студенческой весны. Пошли скорее, нас уже ждут! Стоят русские красавицы! Какая была ваша первая реакция, когда вы узнали, что вас зовут на настоящие гастроли? Мы сначала так испугались, думаем, как, что. Потом мы узнали, что мы единственные представители от Курской области. Естественно, для нас это гордость. Мы очень рады. Что ты здесь делаешь в такую прекрасную погоду? Гулять и гулять только, а ты здесь. Знаю. Тебя заставили? Нет, попросили. Кто? Я не скажу. А если мы заплатим 1 000 000 рублей? Даже за 2. За 3? Подумаю. А какая ваша любимая песня? Наверное, которую вы сегодня исполнили. А исполните для нас. Та лёли, та лёли, та лёлюшки мои. Мы дуэт Bubbles из... Магаданской области. Как вы здесь оказались? Мы участвовали во всероссийской студенческой весне, которая проходила в Нижнем Новгороде, выступали в направлении рэп и заняли там... Первое место! Нам позвонили и сказали, ребята, вы едете с нами в гастрольный тур. Мы такие, что такое гастрольный тур, куда, зачем, почему, да. 5 городов. Мы приезжаем в август, начинаем репетиции в Казани, и вот мы здесь у вас, в Самаре. Да, и песню мы написали за 30 минут, и теперь уже выступаем в 3-м городе. Представляете, полчаса всего лишь потратить усилия, а оказывается, вот мега-хит, видимо. Знаешь ли ты, в каком городе будет проходить следующая студвесна российская? В Москве? В Сочи, может быть? Ну, точно не в Самаре, наверное, да? Точно не в Самаре, да. Если ты узнаешь, что вдруг российская студенческая весна будет проходить в Самаре, твоя реакция? Как, какие могут быть еще эмоции? Здесь тут уже вообще шок. Это правда. Да, правда, конечно. Будет проводиться в Самаре. Так что ж ты не нарадуешь, что у нас же проводится? Самарская область. Такое, расскажите! Это участник нашего гастрольного тура. Да, он у нас молодец. Как ощущения от концерта? От восхищения нет слов просто. Забираем? Погнали. Сколько ты уже пар прогуляла за время ваших гастролей? Ой, господи, надо считать, сколько я вообще, насколько я пришла. Давай, для родителей, для бабушек, для дедушек. Такая, нет, мы не прогуливаем. Ой, вот прогуляла 2 пары. Ладно, 4 пары. Сколько вот на РСВ участвовала, столько прогуляла. Сегодня мы с вами стали свидетелями первых гастролей победителей российской студенческой весны. Но не вздумай расслабляться, ведь уже в этом учебном году РСВ пройдет прямо у нас в Самаре. We'll be right back.